пустота, не знаю, чем заниматься, не молодая уже, ищу себя. Есть четыре принципа моей счастливой жизни. Эти четыре принципа, они уникальны. Вот давайте вы их запомните. И знаете, всю жизнь можно за счет таких принципов изменить. Вот абсолютно всю. Это четыре принципа настраивания себя. Можно назвать такую самонастройку, саморазвитием, мотивационным самонастраиванием, я не знаю, аффирмации, как угодно. Эти четыре принципа звучат так. Живите следующим образом. Первое, когда вы просыпаетесь, то начинайте произносить себе «я служу». Смотрите вперед куда-нибудь и говорите «я служу доброму Богу». Почему доброму? Потому что добрый Бог – это Бог созидания, злой Бог – это Бог разрушения. Поэтому зло приводит к войне, добро приводит к доброте и миру. Таким образом, произносите себе каждое утро «я служу доброму Богу». Какая разница какому? Пусть он будет добрый. Добрый Аллах, добрый Христос, добрый Будда, но будет пусть добрым. Ведь они добрые, а теперь вы просто служите доброму Богу. Очень часто люди от того, что они недобрые, они начинают служить недобрым богам. И сами не понимают, что в их жизни появляются вот такие проблемы. Второе. На протяжении дня обязательно произносите. На протяжении дня произносите. Я радуюсь от того, что это, я радуюсь от того, что это, я радуюсь от того, что это, я радуюсь от того, что это. Произносите как можно чаще слово «ура». Вам человек говорит, там, все нормально, вы говорите, да, ура, нормально. То есть произносите слово «ура», это тоже очень важно. Четвертое, старайтесь как можно чаще не говорите и не жалуйтесь никому на свою плохую жизнь. Как можно чаще находите в себе возможность быть или проявлять свою добродетель и свою доброту. Таким образом, используя только 5 компонентов жизни, можно полностью изменить свою судьбу с помощью вот таких намерений, вот такой мотивации, создать новые принципы своего саморазвития. Это, хоть вы и не верите, тотально создаст новые условия вашей жизни.